Добрый день, меня зовут Валентина, я рада приветствовать вас в библиотеке и хотела бы объяснить вам основные принципы работы и услуги библиотеки. Библиотека Дельфини работает по понедельникам с 14 до 20.00 и со вторника по субботу с 9.00 до 20.00. Регистрация в библиотеке бесплатная. Чтобы выполнить регистрацию в библиотеке, вам необходимо предоставить документ, удостоверяющий вашу личность. Это может быть паспорт, пермеса ди соджорна или же карта идентита. Если вам еще не исполнилось 16 лет, вы должны заполнить форму авторизации, подписанную одним из родителей или же опекуном. Эту форму можно взять в отделе регистрации книг. Ваша регистрационная карточка есть персональная и не имеет срока действия. Для проката книг, журналов, просмотров фильма, прослушивания музыки, пользования интернетом вы должны предоставить свою персональную карточку. Все документы местных библиотек разрешено взаимствовать, кроме тех, что имеет надпись «Консультационе». За один раз вы можете взять не более 10 документов. Из них 3 музыкальных диска, 2 видеодиска и 1 CD-ROM. Продолжительность проката длится 30 дней. Это для книг и для журналов. В то время как для аудио и видеодисков только 7 дней. Интернет в библиотеке есть бесплатный. Дети до 16 лет должны быть в сопровождении одного из родителей или же опекуна. Длительность использования интернета становится 1 час. Для дополнительной информации обращаться в информационный отдел библиотеки.